Открытое акционерное общество «Завод номер 9» научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» является основным разработчиком и производителем ствольных артиллерийских систем в России и единственным в стране разработчиком основного вооружения танков. Основа боевой мощи российских танков составляет пушки 2.46М, 2.46М1, 2.46М4 и 2.46М5 с высокими боевыми и эксплуатационными качествами. На модификациях танковых пушек 2А46М4 и 2А46М5 повышена точность стрельбы, увеличена жесткость ствола и динамическая уравновешенность пушки, ужесточена геометрия ствола, улучшена фиксация ствола люльки. Одной из самых распространенных в мире является 122-миллиметровая буксируемая гаубица Д-30А и ее модификации, которые стоят на вооружении 35 стран мира, проверены во всех послевоенных локальных конфликтах. Гаубица оборудована полуавтоматическим механизмом досылки снарядов. Большую актуальность в борьбе с международным терроризмом имеет создание легких артиллерийских орудий. ОАО «Завод номер 9» разработал 122-миллиметровое штурмовое орудие М-392, предназначенное для размещения в боевых порядках пехоты и оказания ей непосредственной боевой поддержки. К типу легких относится и 152-миллиметровая гаубица 2А61. Трехстанинный лафет орудия обеспечивает круговой обстрел. Возможно использование лазерно-корректируемого снаряда «Краснополь». На трехстанинном лафете выполнена самодвижущаяся 125-миллиметровая противотанковая пушка 2А45М. Пушка может вести стрельбу всеми существующими и перспективными боеприпасами российских танков, в том числе управляемым снарядом 9М119М «Рефлекс». На базе пушки в интересах экспорта разработана 155-миллиметровая гаубица 2А45М-155 с длиной ствола 39 калибров под боеприпасы стандарта НАТО. В настоящее время осваивается производство 152-миллиметровой гаубицы 2А64 для самоходной артиллерийской гаубицы М100С, которая может вести стрельбу осколочно-фугасными, кассетными и специальными снарядами. Могут быть использованы штатные боеприпасы для орудий Д-20, 2С3М, дымовые снаряды целеуказатели, а также управляемые боеприпасы с лазерной подсветкой «Краснополь». Кроме классических образцов ствольной артиллерии, для защиты кораблей военно-морского флота от подводных лодок и атакующих торпед предприятие может производить реактивные бомбометные установки РБУ-1000 и РБУ-6000. Сегодня завод номер 9 осуществляет поставку запасных частей для изделий полевой самоходной артиллерии, танковых пушек и реактивных бомбометных установок, находящихся в эксплуатации вооруженных сил Российской Федерации и других стран мира, оснащение инструментом и нестандартным оборудованием, мобильных и стационарных сервисных ремонтных центров на территории иностранных заказчиков, обучение специалистов техническому обслуживанию и ремонту военной техники. Артиллерийские системы предприятия стоят на вооружении России, стран СНГ, а также в странах Европы, Азии, Африки и Южной Америки.